Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы попробуем приноровиться к футболу на снегу. Действительно, условия очень непростые, потому что снежный футбол – это какой-то новый вид спорта. Он традиционно захватывающий, разве что немножечко непривычный. Но посмотрим, что команды придумают в этих условиях. В сегодняшнем матче сборная Германии играет с женской сборной Норвегии. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. А теперь гимны Германии и Норвегии. Немки, вот главная сила в женском футболе, безоговорочный фаворит любого турнира. Маленькая поправочка. Это если мы говорим о европейских чемпионатах. А вот на мировом первенстве сначала нужно обыграть американок. Сегодня соперникам немок нужно особое внимание уделить полузащите, ведь если там играет Дженнифер Марожан, то будет очень сложно. Одна из самых одаренных футболисток мира. В 2013 году она своей игрой принесла немкам золото чемпионата Европы, забив единственный мяч в финале и вошла в символическую сборную турнира. Ингрун Свансдоттир, главный арбитр сегодняшнего матча. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Вот так бывает. Мяч оказывается в сетке от своего же. Автогол. Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Ужасное невезение, но автогол в футболе – обычное явление. Эмили Хави. Хорошо обработала мяч. Великолепный пас. Анна Хегерберг. Вот это поворот. Фантастика просто. Аут в пользу Норвегии. Эмили Хави. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Вот тебе и вбрасывание прямо на ногу соперницы. Можно продолжать атаку, ведь мяч в них. Пас в штрафную. Аут в пользу Норвегии. Отлично сыграно, надо решать. Атака закончена, удар от ворот. Дженнифер Марушан.
Ну, по снежку-то прокатит. Немцы пробьют штрафной. Сара Дебриц. Александра Поп. Красиво сыграно, как эффектно. Это шанс, забивай! Аня Митак! Чу-чу-чу-чу-чу, вне игры, свободный удар. Марита Скамельс-Рутлунд. Мяч вышел. Немки будут вбрасывать. Сара Дебриц. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Кристин Минт. Германия будет вводить мяч из-за бокового. Симона Лауда. Мяч вышел, немки будут вбрасывать. Сара Дебриц. Удар в штангу. Блестящее спасение. Судья назначает угловой в пользу Германии. Свисток арбитра, игра рукой. Не получился пас, и мяч уходит за пределы поля. Табея Кемми. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Все на изготовку, к угловому готовься. Хорошо рвануло вперед, только вот слишком рано, офсайд. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Ингрид Мо Уолд. Марен Мельда. Кристин Минт. Ищут они разные варианты для атаки. Тут может что-то получиться. Пас. Отличный удар. Гол-гол-гол! Они сравнивают счет. Итак, мяч в воротах. И с автора гола мы запишем вот эту сказочную рождественскую погоду. Но это вряд ли может служить вот такой вот окончательной отговоркой. Ведь сказали играть, значит нужно играть. Условия одинаковые для всех.
после ответного мяча у нас 1-1. Мелани Лойпольц. Посмотрим за этой атакой. Ну где же навес? Андрин Хегерберг. Вышли они вперед. Посмотрим, надолго ли. Практически сразу они забивают второй. Без паузы. Несколько десятков секунд. Это разве пауза? Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Штрафной для сборной Германии. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Марен Мельда. Да куда столько? Пошли бы уже по домам давно. Перехват в центральной зоне. Бабет Пете. Леони Майя. Отличный момент. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. 2-1 после первого тайма. Насыщенный у нас первый тайм получился. Команда успела даже в свои ворота забить. И несмотря на это лидирует. Хорошо, конечно, когда себе можно такое позволить. И в свои ворота забить, и при этом еще и выигрывать после первого тайма. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Леони Майя. Дженнифер Маруша. Сара Дебриц. Аня Мита. Великолепная игра в пас. И есть поддержка у этой атаки. Бабет Петер. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Германия будет вводить мяч из-за бокового. Сара Дебриц. Бабет Петер. Мяч вышел, немки будут вбрасывать. Аня Мита. Аут еще раз. Симона Лауда. Аня Мита. Леони Майя. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Каролин Грэм Хансен. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Это может быть опасно.
Сара Дебриц. Атака остановлена, но кто получит мяч? Леони Майя. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли. Ингрид Мо Уолд. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Табея Кемми. Это может быть опасно. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Эмили Хари. Все верно, края надо чаще задействовать. Великолепный проникающий пас. Надо забивать! Великолепный гол! Команда забивает очередной гол, голевой отрыв увеличивается, все под контролем в этой игре. Здорово он приложился по мячу с люта и отправил его точно в ворота, а именно в правый угол. Один счет. Результативный получается матч. 15 минут до конца основного времени матча. Сейчас будет замена у хозяев. Резервный арбитр сейчас покажет, кого она будет менять. Германия будет вводить мяч из-за боковой. Похоже, готовится замена. Лена Гёслин. Отлично сыграно, надо решать. Немецкая сборная будет исполнять угловой удар. Еще раз смотрим забитый мяч. Йозефина Хеннинг. Кристина Рейнос. Табея Кемми. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч в игре без задержек. Грит оф де Имс. Йозефина Хеннинг. Аут в пользу Норвегии.
это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Грит оф де Имс. Марен Мельда. 3 минуты будет добавлено. Вот это здорово! Отличная работа! Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. И вот матч заиграл новыми красками. Но не слишком ли поздно? Счет уже идет на секунды. Мне кажется, игроки уже бьются из последних сил. И только какое-то чудо может им помочь в эти последние минуты. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Кристин Минд. И звучит финальный свисток. Женская сборная Норвегии сегодня оказалась сильнее своих соперниц.